Привет, привет всем. Я опять с вами. Зашла в магазин Мюллер. Хочу показать вам цены на духи, какие есть в наличии, сколько они стоят. Вот тут распродажи. От Ланкома. Это женские духи, мужские духи. Ах, я, ein wunderschönes, schönes Samstag. Alle wir schaut aus Nürnberg. Ada, Amalia. Keine Ahnung, wie noch. Also, ich grüße euch auch. Dolce Gabbana. Armani. Это тоже мужские духи. Ну, красавчик. Calvin Klein. Ну, мужские большинство это туалеты. Парфюм стоит немного дороже. Это у нас для мужчин. Машинки для бритья. Да, распродаж много. Также для мужчин, за уходу, за кожей. Посмотрим сейчас еще женские духи. Это мужские еще. Лакоста. Ну тут вообще пустовато, наверное. Или разбирают быстро, или поставки.
или нет, или ждут еще. Ну, тут уже духи, которые могут, я надеюсь, все себе позволить. Некоторые даже не очень плохо и пахнут. Все зависит, конечно, от вкуса и от возможностей. По деньгам я имею в виду. Иногда просто, я думаю, еще и имя стоит дороже. Так, где же у нас женские духи? А вот они, женские духи. Мисс Диор, мои любимые духи. Даже сейчас попробую их побрызгать. Ой, запах. Запах просто великолепный. Так, цены здесь. Ну, тут все зависит или 30 миллилитров, 50 и 100. Также зависит, или это туалетная вода, или парфюм. Ясно дело, что парфюм, конечно, будет стоить дороже. Вот это тоже духи неплохие, и запах у них очень-очень-очень-очень хороший. Выглядят тоже красиво. У меня были такие, цветочный запах такой неплохой. Dolce & Gabbana. Тоже полки почти пустые. Или разбирают быстро, или не успевают пополнять.
этими духами, я думаю, пользуется почти каждый второй, особенно молодые девушки, потому что запах такой насыщенный. Ну, такой свежий-свежий, цветочный, вроде бы думала сладкий, но он такой приятный. Этот запах тоже от Гуччи. Тоже неплохо. Ну, скажем, вот так вот. Есть, конечно, и дешевые духи. Вот, я сейчас вам покажу. Playboy. Сколько Playboy тут у нас? Ну, почти 9 евро. Так что также, как говорится, есть на все кошельки и на все вкусы. Духов как очень большое количество, можно, наверное, ходить целый день, выбирать и нюхать, даже одного дня, наверное, не хватит. Хочу показать вам свой любимый крем для лица. Там косметика с натуральных, как будто бы биологических продуктов. Это комплектами можно покупать. Туда входят духи и душ-гель. Так, сейчас я вам свой крем покажу. Вот этот крем для лица больше всего мне нравится от Estée Lauder. О, очень хорошие духи. Ой, духи, я уже с этими духами крема. Это серум для лица, тоже очень хороший. Мне тоже крема для лица, чистка для лица. Вот хотела вам сегодня немножко показать духи и немножко показать для лица Hautpflege.
для лица. Для лица. Крема и... Выбор тоже большой. Очень много всего. Есть, конечно же, и дешевая, не такая дорогая. Для ухода для лица тут тоже очень много. Так что по ценам тоже все разное. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Этот магазин находится в Нюрнберге. Так что выбор очень большой. Это тоже комплекты. Так что желаю всем сегодня хорошего дня, хорошего настроения. Надеюсь, вам было интересно. Пока-пока.